Привет всем, меня зовут Алина. Мне 5 лет, вы смотрите программу 0+. Я вам расскажу кое-что интересное. Вы знаете, во время охоты белые медведи закрывают свой нос лапами, потому что это единственная их черная точка на их теле, видимая глазу, и она может выдать их на фоне белого снега. Смотрите 0+, нам всегда интересно.